Казанском университете заработал колл-центр. По вопросам, связанным с острыми респираторными заболеваниями, в том числе и COVID-19, можно обратиться на горячую линию. Здравствуйте, колл-центр КФУ «Мелисса». Чем я могу вам помочь? В будни колл-центр работает с 8 утра до 8 вечера, а выходные с 10 утра до 4 часов вечера. По вопросам могут обращаться сотрудники вуза. Значит, эта горячая линия заработала 2 дня назад. Она была создана по инициативе Ильшата Равкатовича Гафурова совместно с медико-санитарной частью КФУ и Института фундаментальной медицины и биологии. В колл-центре КФУ сегодня работают студенты, медики. Начали работать 4-й курс, который сегодня находится на производственной практике. Дальше это будут привлечены волонтеры. В обязанности студента входит принятие звонков от больных, а также обзвон тех, у кого подтвержден коронавирус. Вначале, если это мы звоним, то мы объясняем пациенту, что у него пришел положительный результат, спрашиваем его самочувствие, спрашиваем, вызвал ли он врача, пришел ли к нему врач и вообще назначено ли было лечение. А если же пациент нам звонит, то чаще всего это мы отвечаем на его вопросы, такие как, можно ли сделать бесплатный мазок, можно ли сходить на РКТ бесплатно. Кроме того, в дальнейшем студентами Казанского университета будет налажена работа по доставке лекарственных препаратов пациентам с COVID-19 из аптек города Казань. В том числе сюда войдут сотрудники КФУ, которым на сегодняшний день по какой-то причине не были доставлены лекарственные препараты, поэтому они могут сообщить нам в колл-центр, что лекарства не доставлены, и мы отправим туда волонтеров, и эти препараты будут доставлены пациентам на дом. Телефон горячей линии 206-55-07. Диана Жленкова, Фарид Захитоглы, Универньюз.